В городе Чедролунга практически готова к сдаче новая современная метеостанция. Это специально построенный коттедж, где есть возможность постоянного проживания и работы для специалистов, работающих на метеостанции. К зданию прилегает территория, где будут размещены специальные устройства для наблюдения изменений погодных условий. Мы определяем видимость, облачность, что есть на данный момент, облачность, тучи, дождь. Все собираем информацию, составляем телеграмму и ежечасно передаем в Кишинев. Там кабинет начальника, агрокабинет, кабинет техников, побочно там кухня, на втором этаже кабинеты отдыха, как говорят, гостиничные комнаты. Все работы были закончены в течение 4 месяцев на один раньше запланированного срока. Строительством объекта занималась подрядная организация «Амбория» в Чедролунге. Еще осенью прошлого года эта фирма выиграла тендер на строительство метеоцентра. Насколько я знаю, финансировал Международный валютный фонд или Европейский банк реконструкции и развития. Очень удачно, очень удобно было работать с ним, финансирование было вовремя, мы постарались выполнить работы качественно, как сами видите, впечатление и у членов комиссии, и у тех, кто будет эксплуатировать, очень хорошие. На данный момент метеостанция в Чедролунге еще располагается в одном из арендуемых помещений бывшего аэропорта за пределами города. Официальная сдача нового метеоцентра в эксплуатацию планируется ближе к концу месяца. Метеостанция в Чедролунге функционирует уже около 60 лет, с 1956 года.